есть такая традиция, любой спортсмен клуба может проставиться. Это накрывается праздничный стол, товарищи родители исключительно только по выходным. Почему? Потому что в выходные первый зал свободен. Поэтому если у вашего ребенка день рождения в будние дни, вы можете сделать, как говорится, накрыть праздничный стол для спортсменов вашего сына исключительно в выходные. Звоните заранее администратору и вам все организуем. Значит, Мабрину Остапу сегодня исполнилось 10 или 11 лет? 10 лет. Ой, нет, 11. Я желаю. Ну, что ты хочешь пожелать? Ну? Чтобы у тебя было все хорошо. Вот. И чтобы ты поскорее перешел в основную группу. Остап, я желаю тебе, чтобы у тебя в школе всегда было 5 с плюсом, в зачетах всегда было 5 с плюсом, и чтобы... Ты был всегда здоров и хороший. Остап, я желаю тебе, чтобы ты был всегда хорошим мальчиком, чтобы ты слушался. Как ты? Нет, ну ты просто... Постой, ты что, не хороший мальчик? Нет, ну чтобы самым хорошим мальчиком. То есть ты хороший, а он должен быть самым хорошим. То есть, ну ладно, дальше. Чтобы ты никогда не болел, получил одни 5 с плюсом по зачету и в школе. И чтобы ты вырос и перешел в школу труда. Школу труда. Тоже нормальное пожелание. Давай. Остап, я хочу, чтобы ты никогда не болел, был сильным. Чтобы у тебя были только одни 5 с плюсом, и чтобы ты поскорее перешел в основную группу. Остап, я тебе желаю, чтобы ты в школе учился на одни 5 с плюсом и был всегда счастливым. Давай. Остап, я тебе желаю друзей, добра, в школе хорошие оценки и счастья. Счастья? А ты что хочешь пожелать, Остап? Остап, я желаю... Чтобы у тебя были хорошие родители и добро. Я тебе желаю чего? Чтобы ты был компанийским человеком, да? Ты чуть-чуть такой замкнутый у нас, сам один. Команда. Чтобы ты был частью одной большой команды. Понял меня? Да. Учишься ты вроде неплохо, да? Или у тебя тройки были по проверке дневников? Были, да? Чтобы ты их исправил, потому что в середине мая будет опять зачет у нас. В общем, спорт – это вдохновение. Ты веришь в это? Посмотри мне в глаза. Ты видишь меня? Да. А так? Лучше? Лучше? Так это что, для моды, что ли, у тебя? Нет. Тогда сними их, если для лучше. Ну, то есть, вблизи. И Андрей Сергеевич, твой тренер, что хочет пожелать? Остап, тебе одних 5 с плюсом в школе. Повторяй, дай маленькими детьми, Андрей Сергеевич. Остап, тебе успехов в твоих начинаниях, да? Чтобы ты всегда не падал духом. И верю в себя. Хорошо? Давай, идем рождения. Есть хорошие слова, пожелай человеку то, чего ты сам себе хочешь пожелать. Андрей Сергеевич, что ты себе хочешь пожелать? Манюй. Бабосиков, зеленочки в кармане. Да? Чтобы стразы золотые, да? Понятно. Не все деньги решает в этой жизни. Ну, как обычно. Но я про деньги ничего не буду. 3, 4. С днем рождения! С днем рождения! Какая пицца у вас здесь налетает, Андрей Сергеевич. Как ты вовремя попал, да? Андрей Сергеевич сейчас все, налетаем. Так, давай. Сейчас мама еще придет сюда. Давай, налетаем, пиццу берем. Ребят, давайте я вам сока налью. Да, Андрюша, умничка, заботливый. Давай, наливай. Тренер. Вкусняшка, да? Может, мне тоже съесть? Остап, можно, ты же меня угощаешь, а то вдруг ты скажешь, типа нельзя. Да можно. Точно можно? Можно, конечно. Только пиццу можно? А сок можно? Ну, ладно. Спасибо. Я ценю твою щедрость.